Друзья, перед началом ролика хочу вам представить официальный голос канала Владскоп. Женя, наш звукорежиссер, и если вам нужно записать свою какую-то фонограмму или вокал, обращайтесь к Евгению по первой ссылке в описании. Буду рад с вами поработать. Прогуляться по парку, я люблю с тобой, Яна. Не смотрю я татарку, но смотрю скопа Влада. Свежий воздух полезней всяких там аттракционов. Вот и бабушка тут, а не в нашем районе. Почему она всегда по кругам за нами ходит? Это все не из-за нас, она ведь тут грибы находит. Это парк, и не бывает тут странных происшествий. Не видала я еще прекрасней путешествий. Ёлки-моталки и палки, тут поворот нехороший очень. Тут рыбаки, бомжи, русалки, в общем, тут я не хожу. Слушай, Яна, может, нам пора пойти-ка в фитнес-клуб, чтоб другие пародисты уступили нам ютуб. Чё несешь в сумке? Слышь, братан, потише. Я чё, похож на клоуна? Круто ты подстрижен. Мы тут тихонько у пруда банчим гашишем. Да что ты, Вася, к ней пристал? Это моя бывшая. Я культурист. А я артист. После нашей встречи станешь ты тракторист. Мальчики, отстаньте. Ну-ка, отойди-ка быстро. Мы тебя покрасим и без визажиста. Я каратист. Ты артист. После нашей встречи станешь юморист. Мальчики, уже отвяньте. Не мешай, уйди-ка быстро. Мы тебя покрасим и без визажиста. Бабушка, спасай! Внучек, я тебе уже шестой раз спасаю. Ребят, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход моей авторской песни. А также подписывайтесь на мой канал, у меня вышел новый кавер на Лизера. А у тебя есть свой канал? Да, у меня есть свой канал, а еще я видеооператор. Обязательно подпишитесь на канал Димы. Всем спасибо за просмотр, всем пока.